В этом ролике мы расскажем вам про инструмент фирмы GLC P006. Вот такой вот инструмент, предназначен он для нарезки трубочек на равные кусочки. Ну, смотрите, значит, в чем отличие, точнее, в чем прелесть этого инструмента? Вот у нас есть эвергриновский набор различных трубочек, от толстых до тонких. Но я вам продемонстрирую, да, в чем прелесть. То есть здесь под углом, видите, такой срез, и трубочка прилегает более плотно. Вот вы ее в упорчик уперли, значит, упор регулируется. То есть, допустим, ну, чтобы мне срезать нужное, так сказать, расстояние небольшое, я чуть-чуть регулировочный винт откручиваю, упорчик отодвигаю, обратно его аккуратненько, ну, допустим, так вот закручиваю. Шкалы здесь не хватает. Была бы еще шкала, было бы совсем замечательно. Да, и видите, вот эти вот дырочки, сейчас приблизим, они тоже с резьбой, то есть вы можете этот болтик перемещать и, соответственно, с разных сторон пилить. Это вам позволит пилить равные отрезки. То есть, допустим, вам нужно несколько кусочков такой трубки, да, одинакового размера. Вы установили один раз, отмерили тщательно, сколько вам, что там, какое расстояние нужно. И потом пилите себе, пилите удовольствие. То есть, как происходит, да, на большом отрезке покажу. Сейчас приблизим видеокамеру. А вот упер, пальчиком упер. Вставляю пилочку в эту вот прорезь. Давайте на меньшего диаметра трубочки покажу. Легче тут. Вставляем вот в прорезь, ставили. Видите, да, вот она вошла в прорезь. Ну, потом начинаем пилить. Вот, пожалуйста, ровный спил. Сейчас. Вот. Ну и дальше уже следующий кусочек вы точно так же можете распилить. Вот. Для этого вам понадобится GLC такая вот рукоятка. Мы про нее рассказывали. На странице товара она стоит как рекомендованный товар. Чем она хороша? Она не сгибается, да, вот ровное крепление по всей длине. Есть у пилки, как мы уже в предыдущем ролике говорили, с одной стороны зубчики более такие крупные, с другой очень мелкие, позволяют различного вида распилы делать. И из-за того, что конструкция жесткая, у вас получается четкий распил. Вот это расстояние сейчас. Вот это расстояние очень тонкое, рассчитано конкретно под вот этот вот инструмент. Тоже пропил очень тонкий. Во-первых, будете экономить материал. Во-вторых, будете делать четкий срез. Ну и вот, как я уже говорил, регулировочный болтик. Он есть 4 дырочки, куда можно ставить упор. Ну и дальше уже совершенно спокойно все это делаете. Размер небольшой. Соответственно, можно таскать в кармане. Вам такая штучка прослужит долгие годы. Вот такой интересный инструмент из Чехии. Напоминаю, фирма GLC, номер у инструмента P006. 005 это вот другой для плоского погонажа. Мы о нем расскажем в следующем ролике. Благодарю за внимание. С вами был skillfan.ru. Смотрите наши ролики. Приобретайте товары в нашем интернет-магазине skillfan.ru. До свидания. Спасибо за внимание.